Так, вот, значит, сейчас я покажу вот эту вот штуковину, которая называется разветвитель, прикуривателя. Вот так вот у меня получилось. Думал, ломал голову, думаю, куда бы его воткнуть. В общем, воткнул я его сюда. Здесь вот у меня есть второй запасной, запасное такое отверстие, куда вставляется провод прикуривателя. Но вот здесь вот у меня пока что стоит основной прикуриватель, вместо него, значит, стоит этот трансмиттер. И вот получился сам блок. Сам блок тоже я как думал куда, но вот решил, что вот сюда его поставить. А смысл оказался в том, что вот эти вот светодиоды, они оказались очень яркие. И если блок ставить так, чтобы светодиоды были направлены, чтобы светодиоды были направлены вверх, то они сильно светят в глаза. Поэтому получается, как-то так нужно их цеплять, вот этот блок управления, чтобы он был, сейчас резкость наведу, вот, чтобы он был направлен или вниз, или в бок. И вот получаются такие вот интересные вот элементы. Вот его включили, выключили. Все три выключены. Вот раз, два, три. Включили. Вот получается штука. Ну и вот, в принципе, все остальные приборы. Стоит вот эта вот фигня, которая называется радар-детектор. Вот он, значит, стоит. Видеорегистратор. Такой вот Supra, который с GPS-ом и двумя камерами. Сейчас камера на видеорегистраторе снимает нас. Мы снимаем ее, и плюс она снимает еще вперед. Ну, в общем, вот такой вот интерьер вышел. Вот он еще раз, этот блок. Вот так он выглядит. Приспособил я его под рычаг ручника. Ну, рычагом ручника я пользуюсь не часто, в принципе, пользуюсь его только когда машина стоит на наклоне, тогда, когда снимаешь с паркинга, нужно, в общем-то, ставить на тормоз, потому что иначе так с паркинга коробки трудно сняться. А так он у меня всегда в таком положении, отпущенном. Ну и вот он сам блочок. Вот такой вот куча проводов получилось. Ну, собственно говоря, вот и все.